Вскоре после окончания войны епархия решила восстановить здание и превратить его в школу для девочек из малообеспеченных семей. Здесь все равны. В этих стенах различий нет. Слава Пречистой Марии. Зачатая без греха. Я приехала сюда в качестве учительницы, и есть сомнения. У тебя? Святой девочки? Твой дар послан небесами. Ты не просто так в этом монастыре. Ты должна выяснить причину. Тебе, Царица Небесная, Святая Дева Мария. Я жертвую в этот день своим сердцем, жизнью и душой. Что произошло вчера? Когда вы написали свое имя? Замолчи. Что? Ничего. Если она напишет твое имя, ты проклят. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных. Радуйся, Мария, благодати полной, Господь с тобою. И просвети разум мой, Господи, не впадая в искушение. Я не хочу потерять и тебя, так как нет денег. Они платят 10 миллионов рупий. Ты пришла по поводу работы? Да, потом передумала. И почему это? У меня нет диплома. Ты готова на меня работать? Дамба. После этого пути назад нет. Я Шри. Я Эрна. Госпожа. Дени. Тысячный день. В этот день мы уедем. Должно быть, вы не понимаете. Ответ в этой комнате. Из-за темной магии в ее теле живет зло по имени Сангартури. Интересно, что он копает? Уже столько времени прошло. Не знаю. Здрасте, я хочу сообщить о преступлении, которое еще не произошло. Вы смотрели фильм «Назад в будущее»? Нет? Я сейчас как будто живу в этом фильме. Поэтому я знаю, что сегодня будет убийство. Ненавижу фильмы о путешествиях во времени. Это всегда такая бессмыслица. Веселого Хэллоуина. И вам веселого Хэллоуина. Милая, ты не хочешь остаться дома и раздавать вместе с нами конфеты на Хэллоуин? Ты же это любишь. Нет, мам. Дорогая, ты знаешь, как нам тяжело в это время года. 35 лет назад кто-то убил твоих подруг, сейчас уже не 87-й. Береги себя, дорогая. Я люблю тебя. На помощь! Извините, какой сейчас год? 87-й? 80-е почти закончились, а я еще даже кокс не попробовала. Они не понимают. Пэм Миллер? А может, тебя лучше съебнуть и сдохнуть? Господи, мама! Сита! Ай-яй-яй! Мамасита! Днюха на хате, сучка! На мой день рождения!
Это что такое? Хата моих родителей. Это, блин, жуткий коттедж. Господи, да в чем проблема? Проблема в том, Хезер, что в городе орудует убийца. О, боже! Я забыла взять водку. Какая отстойная трава 80-х. Да это же просто грязь. Могу угостить тебя мармеладкой. Эта малышка торкнет тебя в 100 раз сильнее, чем это. Хезер, проснись! Хезер, проснись! Что это за музыка? Да, наверное, Блейк и Пэм не хотят, чтобы мы слышали, как кровать бьется о стенку. Хезер! Кто-нибудь, помогите! Армандо! Черт. Держите! Да крепче держите! В городе появился гнилой. Ты пугаешь мою семью. Я видел его! Я был с ним рядом! Нам нужно уехать, всем нам! Я пришла за своими детьми. Потому что я им очень нужна. Нет, нет! Сынок! Демон залез в его голову. И теперь в ловушке. Вы не знаете, с чем вообще столкнулись. Сначала нам нужно найти гнилого, чтобы не дать зверю родиться. Сейчас он лишь выпустил свою сущность. Я впервые такое вижу. Скорее, у нас нет времени.